вік щастя. Який це вік? Звичайно, кожен вік – це вік щастя. Я так вважаю. Кожен? Будь-який? Абсолютно. Немає якогось особливого в тебе? Тільки ставлення. Все будує ставлення. Ну і взагалі, часто ми і вчора говорили, до речі, і постійно говоримо про те, що коли починається старість, закінчується взагалі життя в нашій країні, фактично, та нормальне життя. А от вчора світ відзначав День людей похилого віку, і ми згадували якраз в ефірі про це, і, зокрема, про те, що за класифікацією похилий вік починається після 50, і от про те багато з вас такою цифрою не погодилися. Так, насправді, наша глядачка Ольга Панченко написала, що їй, приміром, 48 років, вона успішна бізнес-вумен, а її син – першокласник. І от сніданок вирішив поїхати до пані Ольги в гості для того, щоб з'ясувати, коли ж починається той самий похилий вік, як вона до нього ставиться, а також дізнався, що думають взагалі про це українці та українські фахівці. І чи починається цей вік взагалі колись? Так. Давайте подивитись. Вік цієї пари складно визначити одразу. Струнка, підтягнута та охайна Ольга, стильний, сучасний та неймовірно енергійний Сергій. А з ними маленький син Платон. Хлопцеві 6, а його батькам майже по 50. Після того, як в ефірі сніданку пролунало, що за класифікацією 50 років – початок похилого віку, Оля обурилась. У неї бізнес, постійні семінари, заняття спортом, маленький син. Як вона вже за пару років може стати людиною похилого віку? А мы что-то будем какой-то обсуждать? План. Оль, расслабься. Все будет, ничего. Я думаю, что лучше... Ты уберешь свой компьютер, пожалуйста? Можно убрать, да, конечно. Я сяду. Да. Так. Аккуратно. Хорошо, потом. Не раздавлю свой компьютер. Не раздавлю. А так вы будете здесь? Да. Я бы хотел вас тоже... Вот этот, в кадр. Ну а чего? Сегодня. Вот, отлично. А вообще-то телевизионщики. Телевизионщики, Платон? А телевизионщики? Ты видел, что на 1+1 там вообще их нету в кадре? Ну да, конечно, нету. За кулисами. Я-то видел. А в Панчбоме нету ни одного кинолета. А Платон недавно себе челку подстриг. Сам себе? Ну да, офигеть. У него была длинная такая прическа. Он такой приходит уже с... Прилепился пластилин. Так нормально подстриг еще так. Так, да, ну мы еще что-то подравняли, да. В целом он нормально подстриг. Так, давайте смотрим. Микрофон-то будет работать? Будет, будет. Он работает. Видишь, моя любимая утренняя программа. Ну да. Мы на самом деле в Киеве смотрим на залом 1+1 по утрам. Поближе. А я уже сказала, что мы боремся за телевизор по утрам, потому что кто-то хочет мультики смотреть. А мама хочет смотреть снедан. Уже не боремся, потому что в школу надо идти. Ну, пока. Можно даже попробовать положить его. Или у вас нормально? Нормально. Вы же репортеры. Ты же стучишь, а... Стас в наушниках, ему там возможно... Га-га-га, не сучите! Кстати, да, это хорошее замечание. Да, так и есть. Это правда. Видишь, это правда. Мама так догадалась. Еще один. Ну что? У нас вот такие, да, веселые. Ну... Ну... Мы вообще отталкивались, и почему сегодня приехали, от нашего сюжета, и реакция на него, реакция была не только от вас, действительно, многие нам написали, да. Вот, вы были как раз одними из первых, кто сделали замечание, и очень справедливо, что сегодня, после 50 считалось, люди похилого века, то есть престарелые люди. Что изменилось сейчас? Вы себя такими не считаете, хотя уже, вот уже близко, сколько вам лет? Платон у нас появился 6, после 6. 40, а он уже школьник. Так что мы приближаемся, как бы. А сколько дадите? Вот просто ради интереса. Ну, я думаю, меньше 50. Еще. Ну, фу, конечно, меньше. А у меня есть хорошие деньги, 85. Чего? Да, на самом деле, такое, знаете, легкая нотка возмущения прозвучала у меня внутри, отозвалась, когда Егор, может быть, конечно, им еще далеко, там, до этого рубежа 50, но для нас это уже не за горами, и когда сказали, что там, как быть людям после 50, как вот себя занять, развлечь, ну, я
я думаю, что жизнь еще настолько бьет ключом и продолжается сейчас. Я так и написала в комменте, что ребята в 50, мамы еще выглядят как девушки и ходят со своими детьми в спортклуб, да, отводят в первые классы. Сейчас, я думаю, это не единичный случай, когда после 40 появляются еще детки и по ощущениям, и внешне. Да, я уверена, что женщины в 50 сейчас выглядят, ну как в 30, это точно. Так что говорить о том, что возраст, какая-то планка, какой-то рубеж в 50, нет. Я думаю, что это где-то там за 65 и далее. И то, недавно была информация, наверняка она попадалась многим, что нынешнему поколению, кому вот как раз 45-50, подарено дополнительно 25 лет, да? То есть не физически, а качественно, что эти годы теперь называются зрелость. И в расцвет ее приходится на 65 лет, поэтому до старости еще очень далеко. Я думаю, что понятие старость – это действительно, ну, наверное, уже за 70. Да, Ольга права в том плане, что действительно очень много людей, которые в возрасте, но при этом выглядят очень хорошо, да. Но вот как-то я заметил, что есть другая категория людей, которые в возрасте и выглядят очень плохо. А вот средних, вот, которые как бы нейтрально выглядят, мало. Почему? Потому что большинство людей сейчас живет... ну, как бы так, обычной жизнью, к которой привыкли, да, на которую выросли, и которая заставляет их стареть. То есть неправильное питание, алкоголь, сигареты, это как бы каждый день. То есть я замечаю, что, например, некоторые даже не представляют себе, что как я не курю, а как не курить? При этом мы вегетарианцы, я уже 16 с половиной лет. Поэтому вот те люди, которые думают об этом, которые могут за собой следить и хотят, самое главное, это делать, они выглядят прекрасно. А другая половина, к сожалению... Ну, я думаю, что люди себя чувствуют, конечно, моложе сейчас в 50, чем там несколько десятилетий назад, потому что это еще разгар деятельности какой-то. Вот я веду свой бизнес в индустрии красоты с компанией Мэри Кей уже 17 лет, и у меня еще очень большие планы на будущее. Очень важно питание, очень важен образ жизни и очень важна наполненность, видеть что-то, что впереди. И так, я думаю, у многих, у кого есть, да, свое дело, свое захопление, вот, и это помогает себя ощущать вне возраста, потому что 18, да, вот ты сказал, 18, кажется, смерти нет, да. А мне казалось, после 18, что после 30 вообще нет смысла в жизни никакого, все самое интересное уже пройдет, институт, да, там первые шаги в работе, и думаю, что там уже все однообразно, скучно, и по мере того, как пересекаешь очередной рубеж, каждые 5 или 10 лет открывают тебе, что жизнь прекрасна, и в ней еще столько проявлений, и приходит и мудрость, и это прекрасное время, когда еще есть много-много сил, и уже есть много знаний, уже есть определенные достижения, определенный социальный уровень в жизни, есть семья, так что это, мне кажется, такой замечательный возраст, и я надеюсь, что он еще будет много-много лет. И вот еще такой момент, я же занимался музыкой, у меня была серьезная группа, она и сейчас как бы есть, но мы сейчас немножко встали... написание нового материала и чуть-чуть занимаемся своими проектами. То есть она была полностью из эстонцев, а потом я сюда как раз приехал в Украину впервые в свое время по музыке, и сейчас у меня играет два украинских музыканта, очень крутых. То есть в свое время мне пришлось, ну, с группой, и мы много поездили по Европе, выступали. А я всегда выступаю без майки. Это тоже очень сильно повлияло, и у меня как раз в тот момент, когда я стал вегетарианцем, еще вот именно из-за сцены, я начал обращать внимание, что у меня вот, несмотря на то, что я качал пресс, вот тут как бы начал увеличиваться живот, вот здесь вот такой, не пузо, а так, знаете, как у мужиков вот есть такой живот, и я, ну, никак его не мог, и вот это было катастрофически, потому что я не мог выступать, ну, мне уже пришлось одевать рубахи там всякие, а имидж был как бы другой. Но еще вегетарианцы, они не едят сахар. Смотрите, у меня такой вопрос. Конкретно к вам. Вы сказали, что вот возможно, уже не сказал, что возможно возраст старости где-то за 70-75. Некоторые социологи вывели возраст 80.
Вот. Но на самом деле я считаю, что все это индивидуально. Как вы считаете, можете ли вы определить свой возраст, когда вы сможете почувствовать себя старыми? Или это вообще, в принципе, невозможно? Сейчас, вот, подожди, сейчас. Да, да, я думаю, что здесь важно и физическое состояние, чтобы тело, да, позволяло путешествовать, если этого хочется. Конечно. Прогуляться, заниматься каким-то своим хобби, ну, чем там люди в старости занимаются. Конечно. И, конечно же, внутренний посыл, желание, потому что бывают люди и молодые, и чувствуют себя хорошо, но у них нет желания шевелиться, двигаться куда-то, проще сесть на диван. И заметьте, такие люди довольно быстро стареют, что это, и внешне тоже. Что у кого-то старость, может быть, наступает и в 50, если нет, да, вот этого внутреннего, да, движения. Моей маме 79, и я помню, что когда ей было там 55, она говорила: вот, Оля, до 50 лет еще совершенно вот молодость, а уже в 55, потом я так предположила, что когда ей будет 60, она скажет, что до 55. И вот сейчас ей 79, она одна обрабатывает дачу полностью, потому что она не в Киеве, мы не можем ей постоянно помогать, и при этом вот... Будем отмечать юбилей уже совсем скоро. Может, что касается меня, то я не чувствую себя каким-то, ну, я как был там в 35 лет, в 30, я как бы так же себя ощущаю во всех отношениях. Единственное, что у меня сейчас больше мудрости. Я уже сейчас не сделаю то, что я сделал бы, например, в 30. Там даже в какую-то, ну, грубо говоря, в драку бы не ввязался, потому что я чуть-чуть по-другому смотрю на вещи. Но не потому, что я физически не могу. Вот как будто это только изменилось. Но, кажется, говорили... Вегетарианцы, они не едят сахар, потому что это там не полезные вещества, и там вообще химия. Правильно. Но ты чувствуешь себя молодым-то или старым уже? Скажи, а родители у тебя молодые? Да. Мы с тобой в бассейн, да, ходим, да, каждый вечер. Да, да. Но это зависит от того, что сахар это такой, это такая химия, где есть... В водках, там еще где-то, и тем более в чипсах. Прямо вот так вот, да? Это он насмотрелся, ну, он молодец, он смотрит всякие правильные вещи, не только мультики, ему это все очень интересно. Да, и слеет всякие, ну и на нас смотрит там, как бы так, он молодец, да. Слушайте, а дайте какие-то советы вот для людей, вот люди часто действительно начинают себя чувствовать, ну не то, что прям старым, но чувствуют, что у них теряется сила, вот как-то уходит молодость. Как вы преодолели это чувство, или как вы не позволили ему вас одолеть? Ха, ну, у меня такого чувства вообще не было. Вот, да, не было. Потому что, ну, опять же говорю, у меня жизнь была определенным образом построена с детства. То есть я занимался спортом, я был по жизни активный. И вот для меня, почему я до сих пор занимаюсь спортом? Потому что для меня как бы дело чести мужской, да, там через какую-то преграду перелезть. Вот я помню, что я это делал в молодости. Мне как-то, ну, даже представить себе до сих пор не могу, что я не могу сделать то же самое сейчас. А у тебя, дорогая? Ну, ты у нас так за физическую часть, да, а я уже за... Я про соматику тоже сказал. О, про психо, точнее, сама. Да, ментально, эмоционально. Я думаю, что ключевое слово – увлеченность. Вот должно быть что-то такое, что несет человека. Для меня это мой бизнес. Потому что по долгу службы я должна быть ухоженной, красивой и учить этого других женщин, да, в индустрии красоты. Ну и плюс же, то есть это ваша работа, от которой вы получаете удовольствие. Да, удовольствие, доход, развитие, признание. И действительно это меня вдохновляет. Я ложусь спать и жду утра, что я там буду уже программировать свое утро, свой день, что я буду делать завтра. Список из 6 важных дел. Зарядки утренние. 10 лет назад я отправила себя на йогу, стала заниматься уже не по книге, как это было когда-то, давно-давно, там еще в 95-м году, а уже с профессиональным тренером. И продолжаю это делать, может быть, уже не так регулярно, бассейн. Но я думаю, что очень правильным должно быть вхождение в день. Вот первые 20 минут, что человек сделает, подумает, разомнется, выпьет стакан воды, там, какой посыл мысленный сделает. Очень важно, это дает тонус уже на весь день. Но она же тоже вегетарианка, она не пьет, она не курит, то есть как бы ничем не злоупотребляет, тоже не ест. Это тоже очень важно. Многие думают, что я красивая, потому что я накрасилась. Или я красивая, потому что у меня портной шил пиджак с двумя шлицами, который закрывает мой живот. Нет, это не так. Ну,
Сахар. Так. Давай мы сменим тему. Мы про сахар уже говорили. Скажи про что-нибудь еще. Как быть молодым. А, да. Можешь дать совет? Спорт, как спорт, чувствовать себя хорошо? Да, спорт. Спорт это та штука, где ну, можно ходить в качалку и плавать, потому что это дает тебе силу. А боксом заниматься? Да, боксом. На мешке? Да, это тоже спорт. Ну и поэтому я говорю, что спорт это отлично, нормально и все такое. Вот мой совет это диета, да? Пускай даже не вегетарианская, но тем не менее. То есть это мало еды, чтобы было в жизни. Это очень важный момент. Сдерживайте себя. Не зря говорят о том, что вставайте голодными из-за стола с чувством недоедания. Потом правильный режим, надо рано ложиться, рано вставать. Это действительно так, потому что физиология наша зависит от энергетики солнца, луны. Это очень важный момент. Это, кстати, с возрастом. Да, очень сильно. Больше, потому что и в молодости можно было. Плюс правильное время. Не зря же существует во всех традициях, во всех странах это завтрак. Утром с 6 до 8, обед с 11 до часу основное, и ужин, ну, скажем, с 5 до 7. Надо этого всего придерживаться, и вот тогда, ну, во-первых, ты сам увидишь, что это работает, но это трудно. Не зря же говорят, работа над собой тяжелейшая из работ, тем более из телевизора, в том числе и из вашего. Вот этот вот Руслан Семечкин, который, да, он все это готовит там все. Сегодня он тыкву готовил. Тыкву, да? Все больше вегетарианцев. Пожалуйста, не тыкай меня. Есть же такая фраза, если бы молодость знала, если бы старость могла. И вот мне кажется, что 50 это как раз то время, плюс-минус, когда есть и то, и знания, и еще силы, и тем людям, которые уже чувствуют, что сил, ну, конечно, их не так много, как в 22. Но надо осознавать, что будет же и 70, и пользоваться моментом. Да, в молодости этого не осознаешь, это точно. Ну, а женщин я приглашаю ко мне на урок красоты, чтобы они увидели, как можно свою красоту придать ей шарма, почувствовать уверенность, потому что женщина, когда довольна своим отражением в зеркале, она, конечно же, чувствует себя на высоте, распрямляет плечи. Вспомни случай, когда мы наблюдались вот по беременности, дали Платона, и заходим в кабинет, и, глядя на год рождения, не поднимая глаз, сразу вы, старородящая, вам нужно там... Сережа это так возмущал, говорит, да вы поднимите глаза, как она выглядит. Все, у нас Платон прекрасный, я бы сказала, что легче, чем в 25. Да, люди привыкли, что в таком возрасте приходят люди, которые себя жалеют. Вот что, ну, да. Что самое плохое, ну, да. Которое начинают искать болезни, которых нет. Ну что, наговорили мы? Да, нам на гору наснимали. А я хотел сказать, что я родился в 2011. Да.